Это атака, стоять нельзя! Стоять нельзя, по идее, или все поменялось? Everybody. Да, надо убегать. Ну, по идее, да. У призрака маленький призрачный писюн. Так, да? Разве? Да там вообще нет моего. Ой, что за звук? Тихо. Где он? Эй, блядь, что это? Кто-то умер, блядь! Я умер! Атака, нельзя разговаривать. Все приборы выключите. Она здесь, она есть. Она у тебя. Она за тобой. Ага, вот и все, вот он все, и помер, слава ребята. Богу, он умер. А ты вообще, ты хоть чуть-чуть знаешь про игру что-то хоть? Видел ее хоть чуть-чуть? Ну, я знаю, что там вот как в этом Lethal Company надо по микрофонам базарить. И что, если кричать, то на тебя нападут, убьют, сожрут, зарежут. Ну, только по микрофонам надо с призраками общаться. О, да, дом, следующая установка, дом. Призраки нападают на тех, кто долго остается на свету. Я думал, наоборот, в темноте. А тут, по идее, разные призраки с разными приколами. Тут их много, 20 с чем-то призраков. Это прям как... Да я видел, они еще имена, как у героев аниме каких-то. Итак, поехали. Что в игре нужно сделать, ребят, чтобы победить? Взять самый отстойный древний желтый фонарик для начала, короче. Да, надо узнать, какой призрак. Берем ключ. А, реально не открывается. Как открывать? Ну да, я тоже по нему не понял. Самое интересное. У меня а как? Термометр. А, ЛКМ. Ну, пока призрак шалить сильно сюда, не будет. Дебил. Только надо понять, запомнить, кто из вас кто еще. У кого ключ от дома открывает? Я открываю. Вот, да заходите. Всех, ну и там пизда вам. Удачи. Призрак. Закрываем. Три, сдавайся. Раз, два, три. Ребят, ну мы, по-моему, А, у вас есть какие-то приспособления для поиска призраков? У меня лазер есть. Лазер у меня есть. Нормально. Я специально... Чё лазер, ребят, вот делает, свечу, подскажите? Чтобы было видно лазерного призрака. Сейчас надо выяснить, что он делает. А, ну надо смотри, говорить. Здесь кто-то есть? Здесь а, не, не так надо, не так. Не так надо, я вспомнил. Надо найти генератор. Надо найти генератор, включить везде свет. Где, где шуршит? В подвале шуршит, говорят. Так. Тебя не так же надо, да? Надо свет найти где-то сейчас сначала. Тут что-то тоже, пентаграммы какие-то, что-то все попеременялось. Что-то страшненькое тут теперь как-то. Ребят, вы нашли генератор? Да, у меня есть. А, во! 20 градусов по Цельсию. Температуру, где холодно. Да, какая температурка у вас? Ну-ка. Какая там? 20 градусов по Цельсию, дорогие. О, ну смотри, надо ждать, если будет минус, то возможно оно здесь. Ты, короче, просто да, по всем комнатам пройдись, и где-то холодно, покажи, отвечаю. Призрак. А вы в подвал страшно ходили? Да, там страшно. Я оттуда быстро ушел. Мне нет. Надо в подвал. Вот туда, правильно, налево, да, да, да. Вот сюда. Вот, прямо. Ура! Заходите, ой, ребят. Стамина есть. Ох, ненавижу стамину. Давайте. Так, призрачное фуфло. Холодно тут? Смотри, ну получше. Так. Господи. Может, да. А, тут, наверное, зажигалку, может, какую-то. Это что-то новенькое. Ты проверь градусником проверь. А тут 20 градусов по Цельсию, все хорошо. Так же. Тоже все хорошо, значит, пока что. Имя призрака в машине, глянь. А, точно, сейчас посмотрим, пойдем глянем. Алекс Хилл. Ребят, самое важное, я не знаю, забыли вы или нет. Короче, Алекс Хилл зовут призрака, вот так к нему надо обращаться, деловой человек. Алекс Хилл. Алекс. Леха. Здесь есть кто-нибудь? Очень мало. Ой, слушай, Мефисто, дай это градусник. О, ага, блядь, бежим на улицу, нахуй, это атака. Это атака, стоять нельзя, по идее, или все поменялось? Да, надо убегать. Ну, по идее, да. У призрака маленький призрачный писюн. Так, да? Разве? Да там вообще нет моего. Где смеялись? Все, атака прошла. Это какая-то недоатака была. Фуга, тут атаки поменялись или что происходит? Фуга, а ты как вообще? А почему все молчат? Ну, сразу. А, нет, вы не молчите. Я разговариваю все время, блядь. А, ты сам со мной. Фуга, как дед старый, молча тут. Ребята, слышите, температура падает. Падает температура. Во, тут, давай. Фу, а что у тебя с градусником? Да, температура лейдаун. А он падает. Просто раньше градусники были технологичные, а у тебя такой с окна чисто оторванный. Мне. Тряпка валяется, здесь этого не было. Так, тряпка. Я ее украл. А, я еще у него игрушку украл. Блядь, а где тряпка теперь? Подождите, воруй, конечно. Мы не воруем? В этом доме довольно дорогая техника. Конечно, лучше, чем давай у нас приборы, воровать. Между прочим. Давайте наворуем. Сука, мы именно эти призраки. Ой, охотники на призраков, которые это...
С Максом мы смотрели, есть реакция на канале, если что, про охотников на призраков в России. Мы вот эти, блядь, долбоёбы. Чисто с какой-то хуйнёй... Что-то вдохнуло. С хуйнёй в руках ходим. Одному из призраков будем это продавать, да? Это вот такая игра? Ну, отпечатков нигде нету. Я стырил кружку с ложкой и принёс их в нашу машину. Ты гений, Данил. Отпечатков нету, отпечатков... Да, не, правильно, я тоже там и в оружии, и в игрушки. О! О, звонок! Алекс Хилл, ты здесь? Нам уйти? А, телефон... А, блядь, ебать ты крикнул! Пизда, у меня звук. Так. Ща, ебать, я тут... Алекс Хилл. А, я забыл все фразы опять. Нам лучше уйти? Ты здесь? Ты здесь? Не, не, в смысле нам лучше уйти? Мы еще не все украли. Я только что тарелку украл. Так, нормально, нормально. А у нас уже есть что-нибудь вообще? Подождите. Я сфоткал. Ой, что тут происходит? Ой, атака это. Алекс Хилл, привет, это же мы. Алекс Хилл. Блять, ну Алекс Хилл не буйный, кстати. Мне кажется, мы ему травму наносим. Не-не, по идее, смотрите, короче, когда мы находим призрака. Да, нам надо открыть тетрадку. На Джей, потом улики. И тут, короче, в доказательствах нужно проставить галочки, что мы уже нашли. Вот я, например, с ультрафиолетом хожу, нихуя нету. Че, вы что-то нашли? Минусовая температура была? Минусовая температура была. Вот, МП-5. Радиоприемник у нас пищит, тоже было. Нет, там должен быть голос. Там должен быть голос в радиоприемнике. Нам надо было... Нам надо выбрать, короче, кто это, нам понять, типа, что это за тип. Вот, ставьте минусовую температуру, короче, и МП. У меня Джин, тень, они да, близнецы. Но смотри, это точно не близнецы и не они, потому что это множественное число. Вот, и это точно не Джин. Я базарю, это тень, все. Нет. В смысле? Это не близнецы, потому что это не знак зодиака, блядь. Почему мне какой-то чон пооригинальней, блин? Нет, ну это слабый призрак пока, потом будет жестче. Ну это тень. Ну это тень, я же уже все, я разгадал. Не, ну смотри, они. Надо вот так, они. Тогда он уже, видишь, один. Они, это они, это японская. Японский они. Ребята, я настоятельно рекомендую. Вы на него посмотрите. Какой. Это японец по-вашему? Он такой же усатый. Это может его папа. Нет, ребята, давайте придумаем нормальное название нашей сысковой службе. Госхантинг хуйня. Предлагаю иначе называться как-нибудь. Так, ну надо подумать, надо вариантов накидать. Ночной страж. Возможно, ночной страж. Мне нравится, я тоже об этом подумал. Но я еще подумал, что призракам было обидно. Давайте назовемся твердые. И что получится целиком? Ну просто твердые. Надо называть твердых. Они обзавидуются, призраки, потому что они вообще нифига не твердые. Артём хитрый. Артём, я хитрый. Просто других этих всех приколов, как нам понять? Ну, надо дальше, искать. Ну, смотрите, вот надо, например, разговаривать с рацией. Я вот хожу с хуйней, ищу еще что-нибудь. Предлагает пивные бакланы. Тихо, подожди, стой, кто-то пивные бакланы. Мы нашли место, где он точно появляется, и теперь надо его развести на всякую хуйню. Вот у нас нету тетрадки, и мы не знаем, может ли он писать в тетрадку или нет. Вот такая хуйня. Да. Кто-то у нас блокнотик. У нас есть у кого-нибудь блокнотик? А там есть блокнотик, сейчас пойду. Был. Во, надо принести, значит, сюда. Ну, он Данил, просто лох, он не нападает, камеры, боится. Еще на камеры надо посмотреть, еще камеры посмотреть. О, точно, точно. Смотри, что написано, вот тут же у нас, мы идиоты, написано, отвечают только одиночкам. Найти улики при помощи детектора МП мы сделали, стать свидетелем мы сделали, достичь среднего рассудка уровень ниже 25. Значит, Егор, ты идешь один, запираешься в подвале. А, это, короче, если что, это задача, чтобы больше денег вытащить. Да, да, погнали. Так, и камеру сейчас я настрою, разберусь с ней. Ой, там что-то летало, нет? Ну, вроде ничего, да, не летает. Короче, смотрите, если вы хотите Мефисто свести с ума, я так предлагаю. Мы все выходим из дома, оставляем его на кухне. Он через рацию будет с нами общаться, и так он будет быстро сходить с ума. Вот здесь, да, стоит? Да, и фонарик отдай, и фонарик отдай. И зови его, Алексей. Да, и общайся с ним еще тут. Да не, ладно, мне фонарик нужно... оставь, что ты. Да? А как его еще раз зовут? Алекс Хилл, Алекс Хилл. Алекс Хилл. Да. Так. Все, и дверь, по идее, закроем. Мы смотрим, мы уже видим, что ты сходишь с ума. Да, мы видим это? Я уже давно схожу с ума, все верно. Ладно, если что-то увижу, я буду вам сообщать. А, вот. Зашипело что-то. Так,
30%, 31. Ты что-то это, ну, в здравие начал 28. Входить. 28. Да, у меня уже давно. А где ты видишь? А, что-то зашипело, я пойду проверю. О, это телефон. Так. Он замолчал. Есть, началось. А, нет. Есть, началось, блядь. О, всё, 16. Так, ну, а, среднего рассудка, это надо всем с ума сойти. Надо всем. Ну, это, короче, плюс денежка, чтобы была. Все, теперь наша очередь сходить с ума. Надо всем по чуть-чуть. Всем? У меня только что шипело и что-то орало. Что-нибудь вычислил? Новенькое. Нет, не увидел. В рацию ничего не отвечал? Только шипение и крики. А как нам вычислить, если у нас нету предметов? Ну да, у нас тетрадки нету. Ну все тогда, мы в принципе сколько-то заработаем, мы можем уезжать. Ну можно рискнуть. Ну я ставлю, что это тень. Давайте просто поставим, что тень. Ой, что за звук? Тихо. Где он? Эй, блядь, что это? Кто-то умер, блядь! Я умер! Он, сука, во мне родился, ебаная тень, сука. Или кто это? Че за хуйня внутри? Он просто из меня вот так пророс. Так, надо их напугать. Они ж не знают, да, что? Да, не все предметы для пуганий унесли. И что нам делать? Блин, давайте за руки, за ноги. Так, тихо, тихо. О, так. Где из них кто? Я буду дразнить, чтобы призрак не напал. А тут не знаю, так. Сейчас. Тихо, тихо. А это идет какой-то пакет, да? Бля, они не видят, что ли? Так. Блять, я такой бесполезный призрак! Блять, я хочу его напугать, но... Ну, сука, они там в тем... А можно свет, подожди, ебануть, да? Нет, сука. Так, тихо, тихо. А, призрак двери закрывает. Он атаки начал проводить. Все, это началось. Он меня убил. Данил, все время пока. Блядь. И что нам, как с ним решать вопросы? Что нам делать с ним? Блядь, надо садист, понять, последняя улика у нас какая. Данил, только не... Прикол, я что, призрак? Там даже в открытом гробу не похоронишь теперь. Сейчас, подожди, да, я кину его. Началось. Я в него книжку кинул. Я в него кидаю, он ничего не видит. Я слышал, короче, чтобы нечисть уходила, славяне матерились древние. Чур меня! Ты дебил, говно! Они не видят. Блядь! Да, матерился, блядь. Да, вот такая жизнь. Ну мы сейчас отсюда не уедем. Не, ну надо хоть один, чтобы уехал, а нам можно. Ну, короче, добро пожаловать в мир призраков. Поехали. Я предлагаю поставить они и думать, что это они. Ребят, это даже, ну, мы даже сквозь стены не прошли. Ну, так мы же команда твердых, не зря же мы назвались. Подвигайте предметы, если слышите. Так. Все, я еду. Я чуть было не плюнул на клавиатуру. Это было бы на вашей совести. Сколько денег там будет? Как ваши ставки? Я думаю, 2 рубля. Так, 0. Ой, уф, сколько миллиард сыпется. Вообще мираж. Я этого другого ставил. А, ведь призрак и мираж. А почему у меня даже не было мираж в выборе? Значит, что-то неправильно. Значит, мы либо МП наебали себя, либо с градусами наебались. Ну, сейчас будет лучше заход, 100%. Ну, ничего, ребят, все. Ребят, я все понял, это ферма. Так, я взял окно, взял фонарь. Я взял, что-то взял. Фонари не достались мне. Блин, я купил дорогой фонарь, а взял желтый, блядь. Его надо было добавить. Как зовут? Марсия Тейлор. Марсия Тейлор, как Марсия, да? Марсия Тейлор. Так, ладно, понял. Я на второй этаж, удачи, ребят. Так, ну фонарь пиздец, я купил себе фонарь, блядь! Сходу спиздили фонарь охуительный. Так, ну у нас ужасные фонари. Фонарь желтые, потому что... Так, ну тут тепло. Марсия Тейлор. Да. Надо вроде генератор найти и свет, чтобы везде работал. Или у нас... А, мы на легкой все и так работает. О, бля, я помню, умирал нахуй. Я в VR играл, в ванне валялся, и, сука, меня даже там достали. Кошмар, мне кажется. Бля, я помню, как я в ванне в VR сидел. Бля, на VR срочно, сука. Хочу VR теперь. Бля, ну тут комната маленькая. Я кровать нахуй ради VR выкину в коридор. Такой домик, ничего, миленький. Да, уютненький. Вот смотри, вот уютная... Вот сюда положить блокнот, смотри. Тут кто-то что-то видишь? Ну всегда записывает. Записки какие-то есть. А тут еще смотри. И радио.
Смотри, смотри, иди всё, сюда, короче, иди сюда. Я здесь ложусь спать, если кто-то что-то напишет. Во, вот это еще возьми с собой. Вот, теперь ложись спать. Это, и... это под подушку. Так, да, и во сне повторяй всегда ее имя. А мы будем в машине. Так, давай, давай. Ну, у тебя тут тепло, кстати, поэтому навряд ли она тут есть. Марсия Тейлор, напиши, плиз, чё вообще, чё почём. Марсия Тейлор, Марсия Тейлор! Тут... Ой. Вы как? Тут тоже усатый тип. Это усатый наш тип, коллега который... прилег там на кровати с костлявой рукой и блокнотом спит, отдыхает. Марси Тейлор ждет, а повторяет ее имя. Да, не, не помер, или не помер. Помер. Жив, 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 жив. А как лечь? Я тоже лечь хочу. Воображением. Только воображение. Так, воображение помогает. Марсия Тейлор, Марсия, Марсишечка, Марсюшечка, Марсочка. Э! Бля. Опа. Марсочка свет вырубила! Да, она выбила пробки. Бля, генераторная, скорее всего, в подвале каком-нибудь. Или тут не... О, о, алло! Звонят! Марсия, Марсия, алло. Может, ее сегодня дома нету. Алло. Так, бля, температура возьми падает во всем доме. А, это из-за генератора падает, бля. А, еще и дверь открыта все-таки. Ребят, я пойду в мою... Короче, о, как я лежал, смотрите... Лежал, слушал радио, радио зашипело, и там голос какой-то. Значит, мы ставим радиоприемник? Сказал. Или что мы ставим? Ну, голос... Это из радиоприемника был голос? Или откуда? Да, 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 из радиоприемника она прям со мной говорила. Ну, по идее, мы отмечаем это пока просто в журнале. Генератор она сломала, а мы найти не можем, как включить теперь. А он, наверное, может, с улицы? На улице где-то. Ну, обычно в доме всегда был. Подарок для вас. А где ты? Иди на выход. Здесь о. На улице нужна... О. Хорош. Ну погнали. Марти Тейлор. Марти Тейлор, скажи запрещенку. Надо, надо кому-то одному активировать ее доску и говорить с ней. Давай. Давай. Мефисто, хочешь? Не хочешь? Надо на нее нажать. Давай, я это сделаю. Что-то ЛКМ или ПКМ на нее нажать. О, активировался. Все, и вопрос говори. А я, пожалуй, так, на выходе, подожду вас. Ребята, я задаю вопрос, ради... сколько тебе лет сейчас? Погнали. Давай, давай. Один. Один. Пять. Восемь, пять, 15. Я осуждаю, я осуждаю. Ну, до 15 умирать стыдно, согласен. Давай, сыграем в прятки. Проси, где я этих призраков, поехали отсюда. Так, информация, где ты? В. Во. О. Вор. В. О, ёбан! Чё, чё, чё ты орёшь? У нас дверь закрылась, дверь закрылась. А, атака сейчас будет. Атака, это атака. Надо прятаться. Прячься, Мефисто, беги! Или что с ним? Прощай. Всё, прощай. Беги! Я нажимаю прощай, но я не могу... Беги! Так. Бегу! Дверь закрыта. Присиди. Это какая-то недоатака, аккуратно. Так. Надо дверь клацать, потому что когда атака пройдет, дверь откроется. И мы сможем выйти спокойненько нет, сразу. Нет, Марсия, это ребята на Твиче стримят, а я на Ютубе. А еще вроде, кстати, это нельзя разговаривать, когда призрак, но не точно. Да, точно, точно. Надо приборы. Я никого не слышу. Короче, она сказала воркшоп. Она где воркшоп? Она до сих пор что-то говорит. Она что-то говорит. Мастерская, не мастерская какая-то, наверное. Так. Ща, работаем. Тут нормально, я должен пробежаться везде, на отпечатки поискаться. Да не, наверное, надо на доске, там еще вопросы, да. Ребят, были. Ребят, еще куча вопросов разнообразных. Посветите, я где-то фонарь уронил, блядь. А, вот, так. О, атака, точно. Ой, нет. Опять дверь закрылась или что? Атака, нельзя разговаривать, все приборы выключите. Она здесь, она есть. Она у тебя. Она за тобой. Ага, вот и все, вот он всё, и помер, слава ребята. Богу, он умер. Значит, мы живы. Прямо на доску. Так. Я видел ее здесь, вот она вот тут. Вот. Блядь, это не кончается. Тайминг вот. Что-то не кончается эта хуйня, я выйду, пожалуй, пока что подумать. А хоть раз кто-то был на чердаке? Нет, я могу сказать. Вот туда нам, значит. Я схожу. А тут есть чердак вообще? Это, по-моему, такой другой дом. Есть такой же, но с чердаком. Ну, тут сказано воркшоп, а это, скорее всего, либо Steam, либо какой-нибудь сарай. О, слышали? Марсия Тейлор только что издала звук, на который нам лучше не реагировать. С так. Точки зрения 15 лет. Вот, кажется, и закончился. А, фонарик, фуфло, пиздец, да? Надо нормальный покупать. Это вообще хуйня какая-то, а не фонарик. О, нет. Бля, я ничего не вижу.
Кто тут? Кто, кто тут со мной? А кто-то еще, что ли, помер? Данил помер. А когда он успел? Что-то бесшумно он это не сделал? Не знаю, но вот он только вышел и закончился моментально. Пиво еще вокруг него. Давай попробуем, что пойдем мы делать будем. Тут еще что-то есть. Какая-то комната. Смотри, надо искать красную кнопку. Красная кнопка, значит, будет свет у нас. Но что-то все плохо. Надо еще это, по, на отпечаточек сейчас гляну. Блять, доска поломалась! И она где-то бежит. Я, пожалуй, тут посижу. Все, я посижу в спокойствии. Можно, пожалуйста? Что это? Не сработало. Ебать. Ну она, короче, я знаю, кто это. По-любому девочка. Значит, Мара. Мара, по-любому. Надо почитать. Мара, источник всех кошмарных сновидений на более сильной темноте. Факт. Мара будет более агрессивна под покровом темноты. Факт. А в освещенных помещениях вероятность быть атакованной Мара меньше. Факт. Радиоприемник, призрак заправлять. Факты. Чистые факты. Чё это? Он... Чё так. О! Я угадал? Хантер это был. Оставил. Бля, я не угадал. Да, Тед Мартинес, одноэтажный дом. Нормально, с подвалом. Далеко не надо будет страдать ходить. О, это вообще хороший прятаться дом. Тут за шкафами, за всякими... Да, да, если что, в шкафы бегите запираться. Да, еще, да, двери защищают от призраков. Точно, точно. О, надо научиться прятаться. Но они в могут открыть их, конечно. Нет, здесь шкафов нету. Здесь вот просто вот, вот сюда такой зашел и сел. А, и вокруг вот дивана бегать, стопы, например. Тоже нормальная тема. Вот здесь прячьтесь просто. Вот, вот в это место всегда бегите. А что за место, ну-ка? Тед Мартинес. А, Тед Мартинес. В углу, вон там, вон. За, понял. За этим, за коробкой. Это хорошее, проверенное? У меня есть сомбреро. Тед Мартинес, выходи. Бля, я ничего вообще с собой не взял, сейчас, секундочку. Так, открой, проверяем. Открой его, не ешь его, не ешь ну его. Что? Ощути его, не ешь его, не ешь его. Вы вызывали призраков? Так. Да, это мы так вызываем призраков. Мы твердые. Как же он хорош, как же он хорош. Я нашел зубную нехорошая кость. Земля, значит, теоретически какого-то тут места убийства тут нет. Вы это, термометр свой включили, термометр? Тут тепло, тут кайф. А, тепло пока все. Ну надо в подвал, конечно же. Конечно же, подвальчик, вперед. Подвал, так, стоп. Я думал, это какая-никакая там доска, не доска. Я еще нашел зуб... Боже, зубную кость нашел, которая в челюсти обитает. Ты ее на продажу потом. Да это чисто, это огромные деньги, я тебе гарантирую. Блядь, а у тебя есть термометр? Нет. Слушай, я нашел на прошлой локации. Так, что нашел? Я нашел бедренную кость, но у меня ее нигде нет. Но она у нас уже... Ну, я помер. Но... Если я помер, кости выпадают? Ну, тебе, наверное, за нее заплатили, я надеюсь. Так, на первом этаже самая первая правая комната. А вот это что ли? Вот тут? Так. Ладно, сейчас работаю. Жестко, выключаю свет. Беру фонарь, проверяю на отпечатки. Так, а что это вот это пищит все время? Это что? Это я радио включил. А? Кладу блокнот. Так, хорошо. Отпечаточки. Что-то пока нигде нет отпечаточек. Так. О, нет, он у меня до сих пор, блин, этот адреналин все время. А ты что в гараже забыл? Я сердце свое здесь оставил где-то. Мы, если что, нашли комнату с призраком. О, пойдем. Так. Ты смотришь, да, за огоньком? Я, ну вот сейчас подключил. Это не она. Надо положить меня куда-нибудь. А кто здесь? Здесь кто-то есть? Я не знаю, я потерял эту комнату, дом изменился. Надо в дальнюю правую комнату, ты не а, вот сюда надо. Пойдем. Вот, давай, ты первый. Пойдем сюда. Вот здесь меня кладет. Блядь. Так, ну вы смотрите, долго тут не сидите. 30 секунд, опа, а потом опа. Это я помер опять? Я его видел. Я его видел. Он быстро пропал, это не атака была, он быстро пропал. Он просто шуганул нас, пугает. Значит, все, блокнот я правильно положил, да, в этой комнате? Ну, по идее, да, тут напал. 10 секунд. Чё 10 так, секунд, хорошо, чё-то, я говорить? Пошёл. Фуга, ну чё, как тут всё, справляешься? Мне говорят МП-5. Мне говорят МП-5 левел. А как ты проверил? Как они это узнали? Мне говорят как-то. Так. Знаю, умные. А чё у нас из улик есть? Ничего. А радиция там есть?
Вы там рацию, ребят, киньте, поговорите с ним, попробуйте в рацию. Ну я наш взял лазер, хуйню какую-то. Мартинес, напиши блокнот. Вот рация, вот рация. Атака! Напиши блокнот, Эд Мартинес! Нет, это... Он, короче, пугает. Он, короче, пугачками занимается. Он все время нас шугает. Да, это значит... Это они, это они, парни. Температура минусовая. Минусовая температура. Написано, что они нравятся, когда... Явно не так, да, работает это? Ребята, они, призрак, любит пугать перед тем, как убить. Так что это они. Они. Ну там... Тед Мартинес. Ну там, может, еще есть какой-нибудь призрак, который любит пугать. Толкнул блокнот. Тед Мартинес, напиши блокнот. А вот и он. А вот и этот baby every day. Baby, baby, baby. Так, не, ну это уже точно атака. Это же точно уже атака? Да. Это атака, ребят. Блядь, нихуя не вижу в этих фонариках. Записал? Нет, пока не писал. Так, еще раз. Скажи, что там надо говорить ему в камеру, в рацию? Вот, сука, вообще мы его... Сейчас, ребят, на пальчики проверим. Черными камнями меня накорми, чтобы дать жизнь огню. И в этом заснеженном адском пристанище тебя я согрею. Это что за книга? Не знаю, это вон на стене висит. Как-то очень... О, ребята, я думаю, с головы. Надо, думаю, так, побольше ему чего-то нужного говорить. Так, ща... Слушайте, ребят, напиши что-нибудь. Слушайте, я почитал, что, короче, Теду Мартинесу по кайфу, когда много людей, и он любит их пугать. Мы с Данилом сейчас одновременно произнесли Тед Мартинес, и он пришел. Сейчас там сапог подпрыгнул. Давайте вот, все вместе скажем Тед Мартинес. Там сапог, если что, реально подпрыгнул. Давайте, Тед Мартинес. Давайте, раз, Тед Мартинес. Тед Мартинес, напиши что-нибудь. Тед Мартинес, Тед Мартинес. Тед Мартинес. Тед Мартинес. Слушай, ну тут вообще... Ну, ботинок реально подпрыгнул. Кстати. Так, ну, смотри, это же по-любому. Ой-ой-ой-ой-ой. О, говорит. О, это было... Лазер. Это считается, что он слова сказал сейчас или нет? Ну, он не в радио, не в радио. Не, ну, не в радио, но говорит. Дай лазер, брось лазер. А чё лазер вообще должен... Чё он показать должен? Тед Мартинес, ты можешь показаться. Минусовая, блядь. Боже, да, он работает. Я себе на втором мониторе фразы открыл. Смотри, Тед Мартинес, ты можешь показаться? Не, ну он типа, оно работает, но он просто иногда стесняется. Тед Мартинес, ты дружелюбный? Это кто-то из вас сейчас говорит или это что происходит? Тед Мартинес, мы можем помочь? Так. Спасибо. Сколько тебе лет? Ща, блядь. Много. Я не могу, у меня реально, у меня спина вся мокрая. Да, бля. О, один из нас задушился, ребят. Прям ща это делает. Мы ничего потери. Он делает это прямо сейчас. Сфоткайте. А, сфоткайте его, чтобы денег дали. Данил, твоя смерть стоила 20 баксов. Сука. Опа. Я в гараж, ну его нахуй. Вокруг машины можно бегать, если что будет. Он сюда идет, да, беги, беги. Вот, тихо-тихо, он за мной идет. А, все, выжили, все хорошо. Он камеру уронил на пол. Надо поправить. Так. Ща, так. Блять. У меня проблема вечная какая-то с камерами этими. Да, сука. Он тут стоял. Он прям стоял, смотрел на меня, блядь, как я камеру ставлю. Ты дружелюбный? Ой, блядь. Ты как? Прячьтесь. Атака до сих пор идет. Я вам всем. Так, я со всеми вами разговариваю. И с Тедом, конечно. Только я ничего не... Вот, Тед сюда пришел. Идет. Я его не вижу. Ой, Тед, да, быстрый какой сейчас в этот раз. Так, ну все, мы его опять наебали. Так. Блядь! Бегите! А нет, наебал он. А нет, наебал, не наебал? Наеб, не наебал! Давай. Давай, Мартинес. Тед, идет. Тедик, вот он шагает. Блядь, он идет дольше, чем всегда. Да. Все, нормально. Все, осталось улику последнюю добыть. Не провоцируй его. Дай нам с ним побазарить один на один. Сейчас. Ты его провоцируешь.
А что, надо что-то еще найти, здесь как будто бы? Третью улику надо найти. Третья улика. Так. Ты здесь, Тед Мартинес, скажи что-нибудь. Это не я в этот раз, я ничего не делал. Пал. Я ничего не делал сейчас. Так. Ну, отпечатки точно не оставляет. Идет. Идет. Идет, идет, идет. Он за тобой теперь идет. Сейчас задушит. Он в рядом шкам уже прям. Вот он, трогает тебя, трогает. Нормально, нормально. Ну, хороший план с машиной, мне нравится. О! Витаминг подгадал. Данил кидает, смотри. Планшет хочет тебе подарить. Данил! Да, да, можешь с ним и пообщаться, он тебя слышит. Данил, если ты лох, кинь ноутбук на землю. Если не лох, то кинь ноутбук на стол. У нас нет рассудка, уходим в машину. Блять, там атака, там атака, там атака. Там кто-то себя душит, уже, я слышу. А, нет, никто не душит, странно. Ты душил себя? Не, наверное, задушился все-таки. Ты задушился или нет? Он стоит у тебя. У тебя он стоит? Да, стоит. А может, он в жизни задушился? Ладно, я пошел, фуга. Записи в блокноте не оставляет. Ультрафиолет не хочет. Лазерный проектор непонятно. Призрачный огонек. Радиоприемник точно молчит. Остается только они. О, он живой, он в жизни умер. В жизни умер он? Ну, слава богу, хоть в игре живой. Этот призрак обожает проводить свою жертву в настоящий ужас. Да, он пугает, факт. Перед тем, как наброситься на нее. Зачастую они сторожит место своей смерти. Сторожит, принимая для этого физическое обличие. Факт. А они гораздо более активнее в присутствии людей. Факт. А материализация призрака, материализация в физическом мире, наносит сильный удар по рассудку. Факт. Во время охоты они мерцают, реже других. Факт. Мало мерцает. Минусовая лазерный проект. 100%! Все, это 100% они, ребят. 100%. А вы живые? Кто-нибудь живой? Алло. Да, да. Я почитал описание, 1000% это они. Я же с самого начала говорю, это они, ребят. Да, что мы тут топчемся? Поехали. Господи, надо было просто угадать, я же говорил. Что ты дверь закрываешь? Блядь! Он нападает, он нападает. Я нас под атаку закрыл. Ты нахуй орёшь так? Тихо, вот так ему нахуй, блядь. Но он сюда не дойдет, наверное. Он до гостиной, по-моему, ни разу не доходил. Да, ладно, я возьму его на себя. Там дверь, чё как? Сейчас потрясем вот этот колышек ёбаный. Так, вот, давай сюда. Давай, раз на раз, ты и я. А, дверь открылась уже? Все, пока. Я дверь открыл. Все, все, все. Спасибо. Все, бежим отсюда, кибе не матери. Я сначала ее закрыл, из-за чего мы там сейчас и застряли. Все, они ставят. Вы только выберите, все. Смотрите, деньги тебе, может, не дают, потому что... А, все, нормально. Я ставлю. Меня что-то убил, что это близнецы, а не они. Так, подожди, почему? Убеди нас, что это близнецы. Они говорят, на доску активности смотри, это близнецы, говорят, по доске активности. Близнецы, там два призрака, там же написано черным по-призрачному. Тебе нубы советуют, не шарят. Это нубы там советуют, конечно. Не, вы не поняли, они по очереди выходят, пока один нападает. А, они же близнецы, мы же не знаем, что они реально. Они же типа близнецы по очереди нападают. Тут тяжелая ситуация. Мы не видели их в одной комнате одновременно. Ну, блядь, нет, они больше подходят все-таки. Как ни крути. Ну, давайте просто... Кто? Да, да. И это... И... Кто это? Где? Пишут. Бля, это они. Вот, конечно, они. Там описание прям один в один. Прям вообще все. Итак, тот же самый дом, короче. Но новые привидения. Уф. А где написано, как зовут Дурио? А, тут. Джессика Мартин. Джессика Мартин. Надо каждую комнату проверить. И свет повключать. Если будет жестко, агрессивно свет выключать, значит какой-нибудь там мираж. Ну и кто там по электричеству угорает. Так, в подвале сейчас сначала все проверим. Тут тоже нигде температурка не падает. Все нормально. Здесь у нас все. Здесь двадцаточка. Здесь все. Все, температура нигде в подвале не падает. Выбираемся. Вот тут как будто 19,5 градусов. О, нашел. Температура резко падает. Резко падает. Уже а почти я нож 15. Взял, потому что... О, режь. Может, потому что... Да не меня, не меня. Ты меня режешь? А, Джессика Мартин? Я здесь. Где Джессика Мартин? Так, сейчас, ребята, уже в этой комнате. 10 градусов уже. Джессика Мартин, напиши что-нибудь в блокнот.
Джессика Мартин. Нет, так. Да нет такой фразы про блокнот, я все прочитал. Бля. Ребята, есть что-нибудь про блокнот? Я сейчас призрака найду запросто. Тихо, шипи. Он здесь. Он прям здесь в комнате стоит. Прямо тут. Прямо здесь шипит. Я его... Возьми его в руки и нажми правую кнопку мыши. Ты Опа, увидишь, что видит призрак. Ну тут уже 3 градуса, ребят. К нулю идем, к нулю идем. Это у нас тогда... Джессика Мартин, ты здесь? Ну да, кто-то один, давайте. А, давайте, удачи. Вот вам градусник. Блядь! А, нет, да? А, фу, я думал... Я тоже думал, как в портал улетело. Все, давай, удачи. А, вот, на, пока. Спасибо. Во-во, все, пусть там один гуляет. Так. Джессика Мартин, напиши мне. Джессика Мартин, напиши в блокноте. Подожди, 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 надо еще это. Джессика Мартин. А, не, нельзя. Так это через пульт. Это через пульт надо. О, картина упала, картина упала. Картина упала, ребят. Картина сбила она со стены. Джессика Мартин, напиши в блокноте. А он фразы-то знает, какие говорить? Ну, говорит, напиши. Нет, он выдуманную говорит фразу, как я. Не в разу, не в разу. Джессика Мартин, покажи себя. Можешь еще спросить, ты здесь у нее? Джессика Мартин, ты здесь вот так? Говори, дай нам знак. Дай мне знак, Джессика Мартин. Джессика Мартин, дай мне знак. У тебя атака, она на тебя напала. За ящики побежал, блядь, сидеть. А там какие-то предметы еще летают. Ты как там? Я перекрестился, и она ушла. Да, да, это надо, наверное, подготовить. Надо подготовить, короче, наш старый классический способ отступления. Вот что крест животворящий делает. Так, во-вот, надо сюда дорогу. И вот она пришла, блядь, попердела, и ничего мне в тетрадке не написала. Ну вот, кстати, я заметил, какие-то проблемы вечно с тетрадкой, с радио у нас. Ребятки, да, надо, короче, выключить свет. Сейчас, внимание, внимание, выключаю. Сзади. Что такое? Это я, ребят, это я. Провелись. Нет, сзади, вот здесь только что лазерным, короче, кто-то прошел. Лазерный проектор вроде был. Да, надо отметить. Значит, его тоже отмечаем. Так. Лазерный проектор. Лазерный проектор. Ничего не трогало нигде. Ой, а где генератор, кстати? Да пойду в подвал прогуляюсь. Да, я вот тоже хотел. Давай, давай. Так, сейчас надо где-то найти генератор. Он тут был? Я что-то вообще не помню. А то я просто расслабился, что генератор в этом был. Сейчас, видимо, все по-другому. Блядь! Что это за звуки, я не понимаю. Что за звуки, что за звуки? Алло, вы живы? Алло. Так. Она поет, кстати, поет. Это не подсказка? Напугала лысая башка моя-то? И не говори. Ебать, пиздец. Кто-то душит себя, кто-то душит. Возможно, криминал. Так. Мефисто задушился. А где он? А, он в уголке прятался. Да, он всегда в этот уголок бегал. Не я ему подсказывал про этот уголок, на этот раз уголок не спас. Да, да. Погодите, уголок был проклят. Ребята, я мог услышать Мефисто в рацию? В рацию? Нет, нет. Уверены? Потому что я слышал его голос, блядь. Ну мы ни разу не слышали друг друга. Я сканировал все частоты. Ну смотрите, короче, возьмите вот это вот радио, вот. И этот, на вопрос, сколько тебе лет, вот там вот прям, где она стоит, нажми и жди. Типа, я в конце слышу Мефисто. Я тебе отвечаю, Мефисто ответил. Ну, главное же, что кто-то ответил, значит, отвечаем рады, радиоприемник. Сколько тебе лет? Нет, там надо нажать правой кнопкой, нажимаю, сколько тебе лет. Не, у меня не по голосу. Я могу так, я так могу. Мефисто, не молчи, мы тебя пытаемся вызвать. Блядь. Ой, МП шкалит. Да, МП-5, все. Все, пойдемте. Так, МП-5.
Так, и что тогда получается? Это радио. Ну, смотрите, получается, если радиоприемник МП5, то это мираж. Почему мираж? Минусовая радио же еще была. Не минусовая была все-таки? Не было минусовой. Не было. Там плюс один градус. Ну, мираж получается. Вопрос только, были ли реально призрачные огоньки? Ну, я долго на огоньки смотрел, ничего не появляется. Ну, Мефисто, сколько тебе лет? Не отвечает. Вот на этой камере был огонек точно. Такой белый, да, такой туманчик пролетал? Да. Что-то много у нас тогда улик. Это разю. Не, почему много? Ну, МП-5, лазерный проектор, радиоприемник. Радиоприемника не было, мне кажется. Это... Да? Что-то не то было там. Ну ладно, так. Ну, Редзю, например. Вот Редзю где? Редзю могут перемещаться быстрее, поглощая энергию и ближайших электроприборов. Там предметы, кстати, всякие бананы летали. Редзю постоянно выводит из строя электроприборы, благодаря чему этот призрак проще обнаружить во время атаки. Но я, кстати, не смог генератор найти, поэтому ничего не могу сказать. Ставлю Редзю. А вы хотите, да, попроверить на свет его? Да вроде и так понятно, что он агрессивный редзюшник. Ой, тут пила какая-то выпала странная. Так. Датчик движения. А как выглядит датчик движения у тебя? Я взял вниз. Во, видишь, картина опять упала. О. О, я сквозь дверь прошел. Давай, вперед! Давай, фуга вроде, да, убегает. Че там, все умер. Все умер. Где тело? Не знаю, говорит, не влез в дверь. А есть фотоаппарат? Ну ладно, поехали. Не, поехали отсюда, точно Рейдзю. Да, 100%. Сейчас денег будет, если угадали, блин, миллиарды долларов. Так. Мираж, это нихера, сука. И кто это? Мираж? Мираж тоже, кстати, он с электричеством завязан там, поэтому да. Чёрт, все тогда, наигрались на сегодня. Спасибо всем за игры. Да, хорошая качка была, ребята, отличная качка. Да, спасибо всем, кто пришел, да, спасибо, было прикольно. Да, спасибо. Давайте, всем. До новых встреч там, до всего, до хорошего стрима в жизни. Это был Артём, ребяточки, переходите по ссылочке, я указал Артёма. Факт. Артём, еще постримим, прекрасный человек. И я ссылочки укажу все обязательно. Да, давайте, спасибо.